Итак, вчера приключилась небольшая неприятность. Я поломала запись видео, и поэтому восьмую серию «Рождённой луной» и десятую серию «Голливудской истории» я не буду перепроходить, но я расскажу, как я ее прошла, и запись потеряна, к сожалению, того, как я это прошла, но я воспроизведу своими словами, что в итоге я выбрала в обоих случаях. Сначала «Рождённой луной», прежде чем мы начнем девятую серию, расскажу, что было в восьмой. Так как ни Мия, ни Макс, ни Виктор ничего не добились с убийством Говарда, они решили, что, ну, будут смотреть по обстоятельствам, искать, кто напал на Мию, возможно, ей придется переехать. Вот. По итогу я решила, что ни Макс, ни Виктор не должны с ней встречаться, она не должна не встречаться ни с кем из них, потому что это нахуй не нужно. Я хочу узнать сюжет, но без романтики этой ебучей, которая тут какая-то слишком... слишком душная. По итогу, что я не выбрала никого, у нас здесь... так... пришли все к тому, что Мии нужно было как бы отвлечься от всех этих дел, пошли опять в клуб, где когда-то был концерт у Бенни Барта. Мия встретилась лицом к лицу с другим вампиром, тоже новообращенным, и внезапно от Говарда, который напал на ее подругу Тришу. И с помощью силы Луны она смогла от него избавиться. Вот. С этим мы, собственно, и подходим к девятой серии. Видимо, начнется это все с туалета, потому что, ну, Триша стала свидетельницей и как бы жертвой нападения вампира. Не знаю, что из этого выйдет. Да, все еще в туалете. Блэд. Да, и Триша стала свидетельницей сил Мии, и она как бы слышала ее слова о том, что Триша обещана Говарду. Лучше бы сказала, что спала. Ну хули ты меня усложняешь-то все.
А что ему махать? Стреляй, хули. Так, наверное, нужно все-таки спросить, что с ней? Давайте узнаем, куда поедем. Ладно, давайте спросим про Виктора. Ой, про Макса, то есть про всех нужно спросить. И вам не хворать. А, это тот, да? Это тот? Давайте бычить. Прикольно, прикольно.
Редакторша, привет. А, это тот бородач. Надо, наверное, все-таки проверить. А вдруг его похитили из-за того, что он был с ней? В смысле, на него же напал Макс. Но мы не тратим алмазы, поэтому. Опять же, на него напал Макс. Бессмысленно спрашивать об этом Виктора. Нихуя себе, опять отсылка на Сумерки. Чё там? Ну, сначала это слишком долго.
что там? Извините, алмазы я коплю. Мне жалко алмазов, минус Тревор. Я тебе за смысл замахнуться. Ты ебанулась, Мия. Да, могла, но мне жалко алмазов, прости. Простите. Мысли.
опасно, потому что там Триша, поэтому в редакции. Я надеюсь, Камилы там нет. Блядь, простите, пожалуйста, простите. Простите. Бля, простите, но мне реально жалко алмазов и эти оборотни, ну, не знаю. Да, это повлияет, типа, на историю в будущем, но... Да, простите. Ну что ж, давайте... А, голливудская история, да? Так, что же у нас было с голливудской историей? Так, копы уехали. Наша девочка захотела приманить пингвина удачи. Намазала с рыбьим этим жиром. Вот. По итогу все прошло отлично. Энтони Вуд решил работать и с ней. Потом резко вспомнил, что его ждут на студии, но предложил Алекс побыть каскадершей и проехаться на капоте. Все было очень опасно. Из-за того, что я не тратила алмазы, я рассорилась с Алекс. Но подружилась с Качком. Узнала, что секретарша студии хранит у себя наркотики своей крокодиловой сумочки. И на этом вроде бы все. Поехали. Ох ты, ёб твою мать. And action. Thank you.
Нихуя себе, она сразу несколько фильмов, что ли, снимается одновременно. Да сколько фильмов-то сразу? Здрасте, здрасте. $1,000,000? Ведь я этого достойна. Да ладно, хули. Ебать, оно прозрачное.
Драма, конечно же, драма, драма. Мы же драматические актрисы. Рэй, блядь, это тот мужик, которому улыбка его не подходит, все, я поняла. Ну, не знаю. Зачем? Сексуально? Зачем? Задорно? Давайте посерьезничаем. Мне серьезно, чувак, тебе надо лечить печень, я не знаю. Не буду тратить алмазы. О, они вместе? Прикольно. Так и ты с ней знаком, хули ты тут начинаешь? В первый же вечер вместе встречи, так сказать. Первой же, ну, может, во второй серии вы познакомились все вместе.
Мы были с тобой соседями, Эллен. Помнишь, мы с тобой пересекались несколько раз? А что ты погрустнела? И ты что такой грустный? В смысле, иди нахуй. Какие воспоминания? А, ну старый дом, да. Какая любовь? Не было никакой любви. Я отвечаю, я ни с кем не давала тебе мутить. Прекрасная Россия будущего. Нормальный, маленький, небольшой. Да, вот этот небольшой. Конечно же, мы не тратим алмаз на всякую хуйню. Ахаха, ёпта. Стоп, а как же наркотики? Да что там? Опять ты?
Ой, бля, опять эти два уебана. Не жалею. Вот тут я не жалею, что алмазы не трачу. А вот тут, что довой хобер не прикокошили, ну это... Извините.